Улица Ленинский проспект. Сейчас дойдем до платформы, повернем направо на улицу Гоголя. Ну, вот так выглядит эта станция с этой стороны. Основа же, конечно, находится по ту сторону. Вот здесь управление МВД России по городу округу Химки, по городскому округу Химки. Сейчас пройдем под мостом Победы.
завалили лес перехода. Ладно, продолжим в следующем выпуске.